агрегат, находящийся за моей спиной, наверное, один из самых награждаемых комбайнов за всю историю, вообще в мире. Это детище известного отечественного конструктора Ханаана из Аксона. Сошел он с конвейера Таганрогского завода в 1968 году, именно эта модель. Что сейчас, конечно, в диковинку, у этого комбайна не было кабины. Это всего лишь шляпка, как ее называли, шляпка боровика или зонтика. На этом комбайне ставились рекорды, в том числе и в нашей Омской области. Захватом жатки в 3,5 метра комбайнеры могли убирать по несколько десятков, а может даже и сотен гектаров в день. Комбайн снабжался двигателем SMD-14, который долгие годы ставился на другие марки комбайнов и тракторов. Этот экспонат занимает достойное место в нашей экспозиции.